杨大爷，听说当年您被日本鬼子抓去过，是吗？抓去过。抓哪去了？抓关东。关东？东北。哦，那鬼子为啥抓您呢？啥也不为。您的腿脚不大好吗？我腿少日本兵打的呀。为啥呀？他说我是八路。哦。那些人都死了，就我一个人回来了。哦。那您能讲讲鬼子集中营里的事儿吗？啊，那您后来是怎么逃出来的呢？正面300台を老舗のタンクを派遣しました。Woo!
人下死去。Товарищ майор, одного захватили живым. Фамилия, имя. Кореец. Китаец. Отправьте его в тыл. Товарищ майор, его связать или нет? Сам знаешь. Пошли. Шаов, чьи-то танки впереди. Не знаю, но они явно идут в наш тыл. Пожалуйста, побыстрее, он может умереть. Да тут ни черта не видно! ¡Cállate!
Надя, он будет для нас обузой. А если он попадет к японцам? Его убьют. Нужно отсюда выбираться поскорее. Сначала выйдите. Шахов! Мы находимся на охраняемой японцами зоне. А что теперь, отпустить ее? И она сразу побежит к японцам. И тогда уж никто из нас не спасется. Нас должен кто-то повести. Иначе мы не выйдем из этого леса.就这样，我们带着一个俘虏走上了逃亡的路。俄国人的错就错在以为一个孩子在枪口前会听从摆布。Что там? Нихонджин? Типо?
нас сюда притащила? Так сначала ты наступи на мину и умри! Быстрей! Быстрее! Ты мужчина.什么？我们什么都没干呢，我们就是老百姓啊！要兄弟，条子改改，我们什么也没干呀！条子改改，再声音，再声音。
孩子给开！你干什么呀，这是？啊？什么鬼呀？啊啊！我操你个老了吧！你们有种是冲我来，冲我来！我操你妈逼祖宗！猴子给开！我操你个老了吧！我操你个老了！就杀了我吧，杀了我吧！猴子给开！啊！老子不活了！站住！我操！放开他！不记账就给了，不准账！来吧！金牌嘛，四百个，后天公牌，太龙，金牌龙，嘿！什么鬼子？猴子给开！娘，我操！猴子给开！我操你了！爹娘找我来！猴子给开！我呸！我操你姥姥的！你杀了我！你冲老子来！娘啊！娘！娘！娘！为什么不孝啊？娘啊！夏三爷！夏三！娘！夏三爷！老家的干粮袋是我们活下去的希望，我俩都明白，这些干粮两个人吃也许能活着走出林子，但如果三个人吃，也许谁都走不出去。
空军，哎，空军，西南军，卡纳大军，此故你罗小军某，日本的，我看的，可给给，可得记得住啊！大东亚战神法，三国不单法，君たちの死守はどう？兄貴は前線で新橋だ。これからは我々の満州と日本を守ろうか。君たちもそのように死守報告前線環境伝えよ。すべての15歳男子生徒の帝国陸軍海軍参加し帝国軍人になる。万歳万歳万歳万歳。
三天，我们终于走出了这片林子，但我们很快就知道，森林的外边仍然是无边的森林。哪家认定只要往北走就能遇到俄国人，可是再往北就得穿过大草甸，我们没有别的选择，也许只因为他身上那半点干粮。谁也不知道长大的怎么样，不过从天上还时常传来炮声。
что. Нам удобнее идти, не правда ли?你想打死我呀？啊，打死我啊！你病都用把破枪吓唬人，老子不吃这套。老子个爷们儿，我凭啥听你摆弄啊？走不到一块儿就散伙，谁离了谁都成。不就是点烂干粮吗？老子吃草也能活，老子是爷们儿。Не бросайте меня, подождите! Ha 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 ha
你这个丫头会说中国话。直到这个时候，我们才知道他的名字叫秋叶子。后来又慢慢知道了他的许多事。秋叶子四岁时来到中国，一直在大兴安岭，知道不少林子里的事儿。他的父亲是林场主，前不久被征上前线，临走时让秋叶子和姐姐逃到海边去，过海回日本。在日本难民中被冲散后，遇到了我们。这里的森林是无人区，只有一条进出的路，明白吗？日本的军事防区，中国人的统统不许用。这里森林很多很多，那边很远，没有吃的都会死的，只有这边有人有吃的。Наша армия воюет на севере. Понятно? Наша надежда идти туда. Туда пойдем. Отойдем еще дальше от нашей армии. Вы крестьяне, китайцы, японка. Только я была на войне, и я знаю, что это такое. Понятно? И вы обязаны меня слушаться, потому что я младший лейтенант. Так. Те, кто знает, что это за лин. Ты откуда приехал? 你能把我们活着带出这鬼地方？Опять! Ну не могу я больше с такими дураками ходить! О боже, мать моя женщина! Сюрреально, 但也只好跟着我们，因为一个人无法活着走出去的。不过娜迦一直认为从其他方向也可以走出林子。如今想起来，当初要是听了他的，说不定我们都会死在那里。可也没准儿真能找出一条新路，那么后来的一切也许就不会发生了。直到如今，他还是不肯原谅我。您是说，娜迦还活着？是的，在莫斯科。
您好，拿家大师。Надежда, здравствуйте. 您还记得这个东西吗？ Вы еще помните это? Я помню эту самую красивую осень в моей жизни. Война была для нас слишком длинной. Мы воевали от Москвы до Берлина, от Берлина до Большого Чингана. До окончания войны уже недалеко, но тогда мы обязательно должны были идти, чтобы дожить до конца. Знает много съедобного и научил нас отличать хорошие грибы от ядовитых. Самая главная работа для нас состояла в поиске съедобного. Случайно нам выпадали какие-то шансы. Ска! На самом деле, Акиюга еще девочка, особенно когда смеется. Иногда мы разговариваем друг с другом глазами, но из ее глаз трудно понять, что она потом может сделать. Thank you.
方江，江胜纯元的元。你是想引来日本人吗？你不是说这都归日本人的军事防区吗？再等下去，我们也走不出去了。我不能把个女人扔了不管。这里的野兽很多。Ян не умеет стрелять, но прямо не дает Кьюго трогать автомат, не дает ей понять этого.Из-за своего упрямства он прождал меня 2 дня, не двигаясь. Не будь этой случайности, я, наверное, не вышла бы из леса. Hey.拿好枪！我们在这儿。那原来你不会洗枪。刚才你说啥没开？японцы, беспокоившие Яна, так и не появились.Только потом мы узнали причину. Его упрямство почти убило меня. До сих пор не знаю, благодарить его или упрекать.
того дня наши жизни соединились. Особенно интересовался моим автоматом. Его любопытство иногда приносит хлопоты. Эй, стой! Лес, будто бы безграничный. Кажется, что в этом мире остались только мы трое. Единственное, что еще осталось от внешнего мира, это небо. В небе уже нет японских самолетов. Но для нас это ничего не значит. Не знаю, куда ведет нас Акиёга. Кажется, что мы все время ходим вокруг леса. Я много раз выражала Яну свое сомнение. Но он делает вид, что ничего не понимает. Только через некоторое время все стало ясно.
原来你诓我俩都回来了。这林子从来没有人活着走，这像活命只有回来。谢谢你带路了。这林子只有一条进出的路，看来就是这儿了吧。请放心，我去向他们解释，你们是良民，我保证不会让他们伤害你们的，你们会得到吃的，然后就可以自由了。他们会给我们自由？他们会相信我的，我是日本人。如今你想干啥？我带你们去投降。好吧。烟。挺费神找了，早就没影了。你早就知道了。鬼子兵营里没了狼狗叫，这还不明白吗？Thank you.
Выполняем важное сообщение. Безоговорочной капитуляции Японии горячо приветствуют народы мира. Люди вышли на улицу. На всех языках звучат слова об окончании войны.带我一起走吗？我很害怕，不知道会怎么处置日本人。 我想到海边去，战争结束了，我也能跟大西重逢了。重？可我和谁重逢去？真像噩梦一样，总算都过去了。 过去了，就都过去了，就那么把人给活活挑了。
Она... И мы凭什么杀人啊？你们凭什么到我们这来杀人？江东镇每一下子都过不去了。对不起，一个对不起就完了，那是多少条人命啊！你想啥来着？你想让地雷炸死我？你想把我们贬回鬼子兵营？就在刚才呀，你还想开枪？你打死我们！啊！我没有想开枪，你们是好人，我开不了枪，我只是想带你们去投降。带我们去投降？老子是爷们儿，中国的爷们儿，明白吗？现在是你们叫我们投降了，你知道吗？兄弟，我干你！他们叫我们去杀人，杀人，最后是大家来杀我们。不杀死，他们全是骗子。你一个孩子，为什么弄成这个样？到过海边吗？人家都说，海的那边就是日本。回去，好好过日子吧。非常感谢你们，这些天我明白了很多事情，我会告诉大西和所有人，你们是好人，我还会跟大西一起来看你。有件事我想了很久，不知道可不可以说。我的妈妈没有了，姐姐也没有了，我想想对你像对我的哥哥一样。对不起，真太冒昧了。
回去好好过日子吧。Только через некоторое время мы узнали, что отряд особого назначения «Сказочный ветер», в котором был любимый Акиюга, получил приказ лететь после объявления 16 августа о капитуляции в Японии. Oh!
маршал Василевский приказал командующему Квантунской группировкой генералу Ямато отдать приказ своим войскам немедленно сложить оружие и капитулировать. Командующий Квантунской группировкой генерал Ямато отдал приказ прекратить боевые действия и сдать оружие.私は、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 
Thank you.
Говорит Москва! Говорит Москва! Генерал МакАртур направляется в Токио. Делегации Советского Союза, Великобритании, Китая и других государств тоже направляются для церемонии подписания акта капитуляции. Посмотри на солнце, фиолетовое. By all.